Артур Владимирович, вы видели все, что мы сумели снять. Условия ваши мы выполнили. Так вот как о возможностях нашего мозга? Мне кажется, что отснятые вами эксперименты отвечают на ваш вопрос. Вы сумели увидеть резервные познавательные возможности человека. Но лавина информации, которую принес 20 век, может быть переработана каждым без обращения к этим неизведанным ресурсам. Ну, как же это сделать? Ну, этим занимается педагогика и педагогическая психология. Это, очевидно, сюжет нового фильма. Ну, хорошо. Тогда последний вопрос. В фильме были показаны феноменальные способности. А вот как у обыкновенного человека? Снимите еще один эпизод. Опыты доктора Рейко. Его испытуемые немного умеют рисовать, играют на рояле, знакомы с английским языком. С помощью специальных гипнотических приемов Райков заставляет их на короткое время оказаться на предельной для них высоте творческих возможностей. Огромная мобилизация внимания, напряжение чувств, творческой энергии показывают, сколько еще скрытых, неиспользованных возможностей таит любой человеческий мозг. Ну, раньше смотрел, ну, нарисовано. Что-то какая-то, как бы фотография чего-то. А теперь именно нет. Так что, ну, как-то я не знаю, что-то новое такое чувствуется. Начал чувствовать красоту, да, так? Ну, это я раньше, наверное, чувствовал. Все-таки я не какой-нибудь атрофированный тип. А в каком смысле что-то новое? Что-то более глубокое, что-то чувствуется, ну, там где-то. Большое желание рисовать. Да, после сеансов желание рисовать появляется такое прямо. Влечет бесподобно. Очень хочется рисовать. Сейчас начнем сеанс тогда. Сядь поудобнее. Угогайтесь. Теперь ты стала Рахманиновым. Тебя зовут Сергей Васильевич Рахманинов. Как тебя зовут? Сергей Васильевич. Громче. Сергей Васильевич. Очень хорошо. Теперь вы Репин. Репин. Илья Ефимович. Репин. Здравствуйте, Илья Ефимович. Чувствуете себя великолепно? Встаньте, пожалуйста. Сядьте. Сядьте. Откройте глаза. Репин, откройте глаза. Репин вы. Хорошо чувствуете себя. Илья Ефимович, Репин. Здравствуйте, Илюша. Здравствуйте, профессор. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Как вас звать? Вера Федоровна, Пенсаржевская. Вы ничего не понимаете по-русски. Вы англичанка. Вы живете в Лондоне. Вы понимаете только английский язык. How do you do, darling? Open your eyes, please. How do you do? Thank you. Smile, please. What's your name?
My name is Sandy. Sandy. Can you speak Russian, darling? Russian? No, I can't. Рисовать? Уверенно. Свободно. Уверенно сидеть. Свободно рисовать. Репин. Вы чувствуете себя талантливым, знаменитым художником. Рисуете уверенно, красиво и точно. Рафаэль. Рисуете хорошо, свободно. Вы понимаете по-русски? По-русски понимаете? Ладно. Вы же знаете русский язык. Вы русская. I don't understand you. Speak loudly, please. What do you say? I don't understand him. Вы не понимаете ни слова по-русски. Вы англичанка? Strange language. Вы англичанка? What does it mean? He tried to speak with you Russian language. But I don't know Russian language. Что у вас на руке? I'm sorry. Вы понимаете по-русски? Вы же русская, вы должны понимать русский язык. Pardon? What do you want from me? Мастер, плачь. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Вы знаете, кто это такой? Сюда. Посмотрите. Кто это, вы знаете? Посмотрите внимательнее сюда. Кто это такой, вы знаете? Не знает. Хорошо. Что это такое, вы знаете? Вот интересная штука. Я видел аналогичную вещь профессора. Он так было побольше. Вы не знаете, как она называется? Он мне говорил. Из нее исходит звук. Но я забыл, как она называется. Но это не граммофон, мне сказал профессор. Вам знакомо слово магнитофон? Магнитофон? Нет. А что такое фотоаппарат? Фотоаппарат это... Я вам сейчас покажу, что это такое. Я сам отлично знаю, что это такое. Я сам неоднократно с ним фотографировался. Что это? Это тот самый фотоаппарат. Не, вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь, это фотоаппарат. Не, называется он «Зенит». Это не русская вещь. Это не фотоаппарат. Тут написано, изготовлено в СССР. Написано «Made in USSR». Вы не знаете, что это такое? Написано на английском. Сделано в СССР. Но, к сожалению, это не фотоаппарат. Вы глубоко заблуждаетесь. Послушайте, Миша, неужели вы не знаете, что такое фотоаппарат? Миша, ваши вопросы окончились? Мастер Рафаэль! Мастер Рафаэль! Мастер Рафаэль, подпишите, пожалуйста, рисунок. Подпишите, пожалуйста, рисунок. Год поставьте. Хорошо. Я рассказал. Вы хотите познакомиться с Ильей Ефимовичем Репиным? С большим удовольствием. Хорошо. Сейчас мы это сделаем. У нас в гостях в саду Вера Федоровна Комиссаржевская. Познакомьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я очень много слышала. Илья Репин. Очень приятно, что вы посетили нас. Илюшенька, Вера Федоровна хочет нам почитать. С большим удовольствием. Вера Федоровна.
Может, вы сядете? Нет, она садится. Она будет читать. Стоя? Я встаю. Вам неудобно? Но прекрасно. Она будет читать, слушай. Она будет читать. Сквозь серый дым, от краю и до краю, багряный свет зовет к неслыханному раю. Но рая нет. Зачем в сей мгле безумной красно-серой колокола гласят с неслыханною верой? Ведь мгла все мгла. Чем он громче спорит с мглою будней сей праздный звон, тем кажется железней. Непробудней мой мертвый сон. Делайте что? Зачем вы этими варварскими звуками? Это замечательно было. Это было бесподобно. Нет, 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 нет. Почему это? Не так? Что вы хотите? Что? Смотрите. Так. Какой-то берег. Так. Вы хотите, чтобы в дереве что было? Посмотрите. Так. Стоит на самом склоне. Так. Реки. Так. Никакого контраста у вас. Вот как. У вас дерево поглощает реку. Оно должно оттенять. Оттенять ее шире. Ну, вы немножко утомились, Илья. Чуть утомились. Дайте мне ваш карандаш. Вы устали, друг мой, немножко. Я не понимаю, почему... Почему мне приходится вас учить? Ведь это очевидно, что это не так. Ведь это очевидно. Отдыхайте, а? Отдыхайте. Нет. Сейчас не время отдыхать. Вы должны закончить рисунок. Смотрите, какой, какой интересный вид. Отдыхайте. Отдыхайте. Утро. Хорошо чувствовать себя. Приятно. И снова Миша, снова студент одного из московских институтов. Насчет 5 проснешься, чувствовать будешь удивительный подъем себе. Подъем, приятный подъем, бодрость, никогда такой еще не было. Бодрость, раз, два, такая бодрость будет, три, четыре, будешь кипеть просто весь, колоссальный. 4, 5, колоссальный подъем, свежесть, бодрость. Хорошо чувствует себя. Полный подъем. Все нормально. Хорошо? Да, все хорошо. А? Все хорошо. Неприятной реакции никакой не осталось? Нет? Ну, вроде нет. Вроде ничего. Все исчезло. Да, вроде заснул и проснулся. Ничего не помню, что с тобой было? Нет, вроде не помню. Не помню. Совал, не совал, не помнишь? Нет, нет, не помню. Хорошо чувствуешь себя? Свежесть чувствуешь? Чувствую свежесть. Бодрость и свежесть. Идем. Хорошо. О, какая гордость, какая свобода. Ну, сыграй тебе мальное скерцо. Подъем, свободно. Точно, свободно. 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 Хорошо. Идем.
Шен. Талантливым. Ваши возможности неисчерпаемы.